В ефірі політичне ток-шоу «Прожектор 2.0» і його ведучі Наталя Костенко і Анна Полякова. Ми різні, але правда одна. Коронавірус раунд другий – тема сьогоднішнього ефіру. Сьогодні до нашої студії ми запросили таких гостей. Євген Червоненко, політик. Долучаємо до нашої студії Олександра Полуєва, шеф-редактора новин 7-го каналу. Євгене, будь ласка, сюди, просимо вас. Олександр, проходьте. Наступна наша гостя – Ольга Квасницька, депутатка Одеської міської ради. І запрошуємо Ірину Потоцьку, громадську діячку. Наступний гість – Роман Сенек, депутат Одеської обласної ради. Дякую, що сьогодні долучилися до нас. Трошки згодом побачимо ще одного гостя. Не будемо відкривати певну інтригу. І вже починаємо. Другий день поспіль. Україна б'є всі рекорди за кількістю хворих на коронавірус. Більше 4000 випадків на добу. Ну і не щадить хвороба нікого. Позитивний тест на ковід отримав 5-й президент Петро Порошенко. А вчора і вся Верховна Рада відправилася на карантин. Шановні колеги, зараз відбулась нарада з представниками всіх депутатських фракцій та груп. На жаль, ми вимушені констатувати, що в нас завчора, позавчора захворіла велика кількість людей, як в сесійному залі. По-перше, я хотів би до всіх ще раз звернутися, одягнути маски. Ви виступаєте, тоді знімаєте. А так, ну, у вас таке відчуття, що у вас немає коронавірусу. За останні декілька днів до 10 осіб захворіло. Депутатські фракції та групи звернулися з пропозицією четвер та п'ятницю визначити комітетськими днями для того, щоб Верховна Рада продовжувала свою роботу, але дала змогу зменшити кількість концентрації людей в одному приміщенні. І я хотів би нагадати, що засідання комітетів, згідно прийнятого законодавства, може відбуватися в онлайн-режимі. Ось ви знаєте, ця ситуація, коли маски вдягають лише тоді, коли нагадують, мені щось нагадує також. І відповідно ситуацію у нашому місті. На жаль, бо ситуація в Одесі не краща. Багато проблем має і наше місто. Нестача ліжок у медичних закладах і транспортний колапс через карантинні обмеження. Ну і, власне, чи зробило наше місто, зокрема, якісь висновки з першої карантинної саме хвилі, так, певних обмежень, які були, будемо розбиратися. Ну і одразу задамо питання нашим гостям і телеглядачам. Відповідно, ситуація з COVID-19 в Одесі не змінилася або ж відчутно погіршилася. І традиційно колом Олександре. Ну, моє мнение, що ситуація не улучшається. І определенные выводы, конечно, городская власть сделала, но, по моему мнению, недостаточно, чтобы противостоять второй волне, которая плавно перешла из первой волны COVID-19. Евгений, ваша думка? Мне кажется, я разделяю мнение Саши о неготовности. У нас всегда кормят собак, когда не надо уже их кормить. Я имею в виду подготовка, дефицит коек в больницах. И так далее. Самое главное, не вижу разъяснительной работы в том плане, заставить даже штрафами, этими полицейскими облавами у нас в стране трудно. Мне кажется, нужна разъяснительная работа, и она должна быть умеренной. Потому что запугать это ни к чему уже не приведет, экономика диктует свои вопросы. Дякуємо за думку, Ольга. Ну, ми як не були готові спочатку пандемії, так ми і не готові зараз.
І це навіть не зважаючи на те, що ми повинні говорити, що дійсно вже і волонтери підключилися, і наші там і закупаємо все, що тільки можемо, меценати підключаються. Але я зараз за міську владу. Вона не навчилася. На першому етапі, коли в нас були проблеми з транспортом, і коли ви пам'ятаєте, що у нас навіть мати померла жінки, яка не могла до неї добиратися і кормити. Це критичний був випадок. Так і зараз. Бо я також вчора чи позавчора не зрозуміла, а чому не відкриваються двері в транспорті? Чому тільки перше? Що це таке? Тому що дійсно, я з вами повністю згодна, немає повідомлення роз'яснювальної роботи, немає ні смс-повідомлень, що от буде така ситуація, немає підходу правильного, тому що місто дозволило гуляти на День міста, місто показало, що це можна форуми проводити 5Т, які не несуть ніякої інвестиційної, не підвищують інвестиційний клімат для Одеси, це ми це зрозуміли. Місто не навчило саме на своєму власному, місцева влада, досвіді не показує людям, як вони повинні себе в першу чергу навіть поїгати. Більше місто запрошує на сімейні свята, відповідно, так. І велике скупчення людей. Трошки згодом про це. Ірина, ваша думка? Ситуація значительно ухудшилась, починаючи десь з середини сентября. Каждый день госпитализация осложнена тем, что практически не хватает койко-мест уже. Я вообще не очень понимаю, где 75%, если учесть, что на сегодняшний день койки практически все заполнены. Город сегодня обслуживает еврейская, обслуживает сегодня инфекционная больница, никак не откроется, еврейская 10-я больница. Летом было очень много времени, никто в этот период не готовился. К сожалению, гражданская ответственность у людей точно такая же, как и у власти, то есть безответственность. Но есть одно маленькое оправдание, то есть глядя на то, как себя ведет власть и как она игнорирует и средства защиты, и остальные правила и мероприятия, наше замечательное 2 сентября в Одессе, естественно, что люди теперь, кроме антивакцинантов, у нас появилась так называемая категория антиковидников, то есть люди, которые не верят вообще в существование вируса. Романы? Вы знаете, ковид оголил реально ситуацию, которая на сегодняшний день находится в исполкоме. То бишь мы понимаем, все столкнулись впервые, и городской совет, исполнительная власть не была готова. Но потом пошел небольшой спад, и было время действительно подготовиться. Депутаты скинулись деньгами, но даже при этом волонтеры и бизнес сделали намного больше, чем сделала городская власть. Я хочу добавить, я практически со всеми согласен, но хочу добавить один момент. Вот, к сожалению, это вина не только городской власти, но и центральной власти. Если бы господин Труханов понес ответственность за 2 сентября, если бы господин Степанов понес ответственность за фестиваль «Одесса Классик», где собиралось реально тысячи людей, просто массовое собрание людей в пик разгара ковида. Вот если бы Аваков взял этих людей и привлек к реальной ответственности, а не просто наложил штраф, то примеров проведения подобных мероприятий или и вообще распространения ковида по Одессе было бы намного меньше. Поскольку мы живем в государстве, которое вообще не контролирует, то есть правоохранительные органы бездействуют и не решают проблему, потому что у нас даже в государственном бюджете заложено на ковид не только на приобретение медикаментов и оборудование больниц, но и даже на инфраструктурные объекты. Мы дали больше 2,5 миллиардов для полиции, чтобы она контролировала этот процесс. В результате этот процесс завалили все. И мы сейчас, я более чем уверен, от нас скрывают реальную статистику, которая сейчас происходит в стране. Потому что медицина и власть показала, что она не готова бороться с тем количеством, которое есть на сегодняшний день. Ну, дивіться, навіть ця цифра, яку ми маємо на сьогодні, другий день поспіль, власне, більше, ніж 4 тисячі нових пацієнтів за добу, вона також про що свідчить. І навіть якщо від нас щось приховують, то, відповідно, вже є про що замислитися. Так, Євген. В Україні ці цифри не залежать, їх не можна корелірувати, сопоставляти з цифрами в світі. Починає з Заходу. І кінчає Росією, тести во многих європейських країнах і в Росії безплатні. У нас все зависит, это говорят все врачи в Киеве, в Одессе и везде. У нас все зависит от количества тестов, которые приведены. Тесты завозят сегодня, ярославские по доллару, другие по 2, по 3. Посмотрите, по какой цене заставляют людей проверять тесты на ПЦР. Но самое в этой ситуации подлое не это. У нас нет правил. Понимаете? Когда государство говорит, все врачи должны проверяться и все врачи быть застрахованы.
Я вот врачей хочу спросить, вам деньги спустили на это, или вы за свой счет должны проверяться? Евгений, вот это, с этого начинается. Я хотела вам тоже задать один вопрос, просто мы с вами, вы меня, наверное, не помните, мы с вами знакомы очень давно, ну, ситуативно. Я была участником и свидетелем того, как вы готовили ялтинские мероприятия автомобильные, да, и видела, как много вы тогда работали. И я знаю по вашей работе, я видела, что вы человек очень ответственный. Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Почему у нас сегодня министр, который 0%, на конец сентября 0% из части денег, которая была в ковидном фонде, было выделено на дотацию медицинских работников. 40% он купил дороже костюмы. Ну, сегодня у нас большое счастье, он собирается опять баллотироваться в Одесский облсовет. Объясните мне, пожалуйста, почему ни на одной программе, я вот много видела участия из вашей программы, почему его так активно обходят? Ведь он сегодня главный фигурант преступления, которое происходит с врачами, которое происходит с медикаментами. Хотите честный ответ? Да, хочу честный ответ. Я думаю, он интересен и одесситам, и всем. Мы с Максом Степановым знакомы очень давно. Я открыто критиковал, открыто мы столкнулись на конкурсе на губернатора Одесской области, когда его просто протолкнули, а других сбивали по, как говорится, битой. Он сегодня лучше из того, что есть, чтобы вы поняли. В Киеве идет страшная война номер один, кроме АТО, сбить Степанова и дорваться последователям Супрун от поставок. Сейчас же большой куш на столе, о котором, я думаю, мы будем говорить. Это вакцины, которые опять сделают бедных несчастными. И непонятные вакцины. У нас на вакцинах столько беды в стране. От больных детей и так далее. Сейчас там все, его хотят сбить до Нового года. И из того, что есть, он занимает, я считаю, ну, из того, что, знаете, я его лепилась, он самую лучшую позицию. Другой вопрос. Вы что, считаете, он на что-то может сильно влиять? Когда у нас нарушена вся система управления. Я поэтому говорю, новые лица – это замечательно. Только поверьте, при жестоком и дисциплинированном директоре Кучме в роли президента, или даже были министры, в том числе и я, который говорил, нет, я Тимошенко говорил, нет, этого не будет. Почему Минздрав, скажите, вы правильно сказали, то, что вы сказали о врачах, это отдельно. А скажите, вы знаете, что у нас с фонда COVID не купили аппаратов искусственного дыхания и... Евгений Николаевич, купили, если верить тем цифрам, о которых говорит МОЗ, но дело в том, ни один из них ни не один дошел... Ни один не попал, и никого не обучили. Ни в одной области. Смотрите, действительно, статистика, я математик, я сразу беру математику, хотя государство засекретило, вы знаете это, все данные по смертности от ковида. Так вот, когда залазишь левым путем в Госкомстат, так по А1Н1, по туберкулезу и другим не буду занимать время. У нас смертность больше. В том числе в Одесской области намного больше. Ковид, слава богу, пока на последнем месте. 208 человек. Да. Но если вы кричите «караул», то в первую очередь вы кому должны защитить? Тех, кто спасает? Нравится вам, не нравится. Врачи болеют по два раза. Вообще, это отношение. Скоро санитарки уйдут все. Не только в Одессе у нас, а и в Киеве. Потому что говорится одно, а деньги пилятся на дороге. Я министр транспорта. Я понимаю. Только деньги строятся на долгоиграющие 25-летние кредиты во всем мире. У нас все на сейчас. Потому что на прошлом, ну, видели кого. Николай, дело в том, что, в принципе, как бы это ваш взгляд на Степанова. Мы в Одессе хорошо ощутили ситуацию, когда Степанов был... Супрун лучше. Мы сейчас говорим не о министерстве. Я коснусь этой темы, если интересно. Дело в том, что когда Степанов был губернатором, именно по этой причине при распиле денег на гемодиализный центр они больше никуда не ушли. И голые больницы, неоснащенные, не смогли потом законтрактоваться. Поэтому... Панове, давайте так, зараз все ж таки ми зведемо наше обговорення до тієї ситуації, яка є нині. З чим ми підходимо до сезону високої захворюваності, окрім COVID, є інші захворювання, так? А вже є дефіцит у лікарнях щодо ліжок, просто людей буде немає.
ну, нікуди дівати відповідно. Ну, я зачитаю навіть цитату. От, будь ласка, цифри. Дефіцит ліжок в Одесі. Станом на 28 вересня не вистачає 265 ліжок, а всього плануємо їх розгорнути 715. Перш за все, за рахунок перепрофілювання міської лікарні номер 8 і ряду корпусів лікарні номер 1, повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Олена Якименко. Добре, ми перепрофілюємо лікарні, але дійсно, як зазначила Аня, йде сезон з інших хвороб і захворювань. Тобто до ковіду додадуться ще банальні і ОРВІ, і різні штами грипу. Куди ж будуть йти люди, якщо ми перепрофілюємо лікарні під ковід? А люди з хронічними будуть боліти теж. І ви ж пам'ятаєте, у нас же ще ідіотизм. Прекращають всі лічення онко і срочної хірургії. Только считать надо, от кого умрет больше. От этого большинство переносит, слава богу, ковид у нас легко. Многие не заражаются даже в семьях. А то, что люди, вы говорят, самые подверженные люди с хроникой, так дайте им лечить свою хронику. А что вы под видом ковида бездумно закрываете все? Вот этого я не понимаю. Мне ваше мнение. Давайте так, ось, щодо дій міськради, Олю, питання до вас. Чому ось так безалаберно підходять до нього? Тому що були певні передумови. Рівень паніки, можливо, на початку, він був значно вищий, аніж ризики. Тепер ми маємо ризики. А розуміння і серед людей, і серед тих, хто відповідає за це, значно менше. Ну, тут треба просто подивитися, що повинен був і зобов'язаний був робити Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради. Він повинен за ці 5 років каденції підготувати медичні заклади до нормальної роботи. Це бюджетні запити робити чесні на те обладнання, якого недостатньо. Це полюбити грошима медичних працівників, яких ніколи ні держава, ні місцева влада не любила. А зараз ми, звичайно, розпочинаємо цю проблему піднімати, говорячи, що їх треба захистити, бо скоро лікувати не буде кому. Це не робити під медичну реформу закриття важливої клініки імені Алєнікової, кардіологічної клініки, яка гриміла на всю Україну в доброму смислі слова, тому що вона була регіональною лікарнею для захворювання серцево-судинними захворюваннями і, звичайно, гострі інфаркти. Чому ми її закрили? Бо якраз ковід. Ковід був використаний. Ви повинні зрозуміти, я згодна з колегами, що ми всі перехворіємо. Це грип, який прийшов до нас, і ми всі будемо хворіти. І в мене дуже багато знайомих, які зараз хворіють, і це дуже дорого, звичайно. Тут треба ці програми допомоги людям, але треба, щоб було де це лікуватися. І коли ми з вами зрозуміли те, що весь цей час, всі ці 5 років, департамент і Бедрега, яка заступником є на сьогоднішній день Труханова, вони все робили для того, щоб надавати переваги приватним клінікам. Розумієте? Не своїм комунальним установам обладнювати, робити лабораторії, дбати про людей, думати про них. Але вони думали про свій власний бізнес, де вони сидять, в яких приватних компаніях вони сидять, і кому треба через бюджет наш з вами допомагати. Ну, дивіться, ось ще яка ситуація. Дивом так склалося, що попри навіть ось оці всі заходи в місті, ми не потрапили до червоної зони. Але були певні райони в області, які потрапили. А на вашу думку, чим це пояснюється? Тому що в районах не так дотримувалося карантину? Роман? Ми, можливо, вже давно в червоній зоні. На самом деле, посмотрите. Давайте почуємо Романа, мені цікава його думка. Я вважаю, що це исключительно договорняк місцевої влади з центральною владою. Тому що ніхто не був заінтересован, щоб в Одесі 2 сентября була красна зона. Я більше чим уверен, за це навіть розсчитались. І коли я слышу о том, що господин Степанов хороший міністр, ну я хочу сказати, що тоді це крах вообще всего, потому что быть в парламенте, который имеет монобольшинство, то есть быть в кабинете министров, который имеет монобольшинство в парламенте и своего президента, и допускать, это же, понимаете, это пример. Вот они подали пример всей стране, как можно культурно послать президента. Мол, типа, у нас ковид, но мы все равно делаем все, что хотим, и ты нам ничего не сделаешь. Реакции никакой, соответственно, и последствия ложатся не на президента, не на парламент, а именно на местные власти, на местный бюджет. И на сегодняшний день, вот вы говорите, использовали. Я считаю, ковид — это политический вопрос. Да, он существует, да, есть проблема, да, мы не готовы, но им манипулируют точно так же, как манипулировали 5 лет вопросом
Романе. Тобто, на вашу думку, зараз такої реальної загрози все ж таки немає, її можуть навіть перебільшувати, вірно? Я більше вам скажу, якщо власті це буде невигідно, вони її використовують для того, щоб сорвати вибори в ряді регіонів. Тому що, якщо... Скажем так, мы же все через телевизор, все через СМИ. Если напугать хорошенько людей, люди не пойдут голосовать. Если напугать людей, что у нас ничего нет, у нас же была с вами такая новость пару месяцев, месяц назад о том, что невозможно вот здесь сделать тест на ковид. Было же, было. Почему? Вроде как уже и выделили 65 миллиардов. Еще раз, это на вашу думку манипуляции и не відображення реальности? Реально не было. Не было тестов. Вот вопрос почему. Я считаю, что людей этим вопросом запугивают. Я считаю, что верхушка власти, в том числе и в Одессе, использует это исключительно в своих меркантильных интересах. Добре, що до області тоді? Мені просто цікаво, от зараз ви сказали, що це маніпуляція, да, що це залякування, є певні цілі щодо цієї от програми залякування людей. Але ви вважаєте, що от Одеса і одеські волонтери, які б'ють тривогу, намагаються дістати десь обладнання, вони теж залякують людей? Ні, ні в якому випадку. Я не ісключаю, що проблема существує. Я не исключаю того, что наши медработники не могут получать нормальные зарплаты, а медучреждения не оснащены. Да, это все есть, но это вопрос не ковида, это вопрос предыдущих 30 лет всех министров и президентов, которые вообще не обращали внимания на медицину. А что касается области, так ответ очень простой. Дела нет никому до области, никого эта область не интересует. Что красная зона, что оранжевая, что зеленая, да плевать все хотели. Все концентрируется в областном центре, в городе Одесса. Здесь все деньги, здесь все влияние и здесь самые крупные махинации. В этом заинтересованы как и местная власть, так и центральная, начиная с главного врача, заканчивая министром и некоторыми парламентариями. Давайте так, с цієї хвилини, аби дізнатися, чи лякаються власне люди, чи все ж таки якось розмірковують і хочуть знати певну інформацію, ми відкриємо телефонні лінії, аби чути ці думки, тож телефонуйте та пишіть на номер Viber, відповідно, який ви побачите на екранах своїх телевізорів. І так, були репліки. Будь ласка, так. Беріть участь у інтерактивному голосуванні. Сьогодні таке питання, ситуація з COVID-19 в Одесі. Не змінилася, відчутно погіршилась. Так, репліка від Олі. У мене репліка, да немає ніякого залякування. В Одесі когось можна залякати? Можна. Та ну, я їздю на громадському транспорті. Я бачу, як ті люди, які в зоні ризику, не одягають маску, а кричать, що я одягнула маску, то я не знаю своїх конституційних прав. Ви розумієте? Оля, ми зараз, я ще просто два слова, ми просто оцими, в нас є мачо, мер мачо, і не центр йому дозволив, а він показав центру, що господар в цьому місті він. Да. І він буде робити все, що він захоче. І те, що він провів 2 сентября праздник большой, это его было желание. Он показал всем нам, что он в доме хозяин. Это и будет выбор. Так, потому что это выбор, и будет так, как он хочет. Что он с этим сделал? Он усугубил, ускорил заболеваемость, которым мы не готовы, и которая, в общем, и это вина его, а не центра. Извините меня. Ольга, коммунальные учреждения, кем должны были быть готовы? Я хочу апеллировать. Вот смотрите. Ну, апеллировать не надо, здесь правда. Вспомните времена, когда полиция кошмарила все ночные клубы и кошмарила все рестораны. Где тогда был ваш мачо-мэр? Нигде. Слушайте, то бишь, я прошу прощения, не выгодно. Было политической воли. Ему выгодно воли. Было делать то, что Нет, он делал, Ольга, и то, что делается не в городе. Он, не он управляет национальной полицией, ну, не он управляет национальной гвардией. Ну, конечно, особенно не было политической которая воли была центра для того, чтобы пресечь это мероприятие. Не было. Если бы было, какой бы он не был мэр, на сегодняшний день есть уголовное дело рейтингом, в отношении мэра по отношению того, сделал. Что проводился этот праздник. Мы зараз продовжимо, панове, до нас доєднається ще один гость. Ми запрошуємо до нашої студії Романа Григоришина, експерт та з інвестицій. Романе, будь ласка, проходьте, присаджуйтесь. Так, будь ласка. Да, я хотел бы высказаться, отчасти согласен с Ромой по поводу манипуляций. Очень такая яркая картинка получается. То есть, когда у нас власти заявляют о том, что что-то надо прикрутить под видом пандемии, это воспринимается нормально. Но когда продаем маски, по цене там в 8 раз выше, чем они реально стоят. Когда работают одни торговые центры, а на рынках торговать нельзя, как бы, я считаю, что это манипуляция. Когда проводятся массовые мероприятия, а в трамвае людей пускают только там под счет,
как бы это тоже манипуляция. Когда работают ночные клубы, приходят проверяющие, их откровенно посылают по одному адресу, как бы они глотают и уходят, как бы это тоже манипуляция, я считаю. Поэтому COVID, несмотря на всю свою опасность, он остается таким большим полем для манипуляции, для того, чтобы делать так, как удобно тебе, вести бизнес, вести политику. Евгений, вам слово. Когда-то Одесса тебя считала исключительной, что здесь все крутые могут договариваться, и стала столицей договорняков страны. А сейчас это будет трагедия страны. И все, что говорят, независимо от партий, счастье наше в другом. Что очень добрый народ, потому что я молчу, что в 21 веке в такой стране, как Украина, бедной, еще на волонтеров несчастных, людях с душой, переложить и с такой гордостью говорить, это что, война была? Где наш военный сбор? Где что? Переложить, что они должны, чуть ли не должны закупать. Я люблю цифры, официальные цифры по Одесской области за 7 месяцев. То, о чем говорили. 65,4% умерших за 7 месяцев. Это 12400 людей. Это смертей на системы кровообращения. В лидерах ишемическая болезнь сердца. Вот. Кому-то нужна новостройка или, может, сердечная больница с вертолетной площадкой. Угу. Потому что из ваших пробок, из одесских, да, наших, да, наших, не вытащишь. Угу. Второе, это 23% это внешние причины. Следующее, 876 человек, 4,6% это органы пищеварения, что едят. 2,5% инфекционные и паразитические болезни. 2,2% органы дыхания, нервной системы, эндокринной, 2%. Среди инфекционных и паразитирующих 238 ВИЧ и 158 туберкулез. И 208 COVID. Причем, скажите, вот когда они пишут, я к врачам, о ковиде, я знаю, они не хотят делать вскрытие. Я знаю, как бывший губернатор в одной из областей, которую я как бы курировал, еще подсказывал новым, как говорится, руководителям. Они говорят, мотоциклисты разбились молодые, говорят, приказ Минздрава, пишите ковид. Что происходит? У нас что? И делают вскрытие, может, человек умер от своих хроник, от осложнений. Так обычный H1N1 он тоже. Нам нельзя впадать в панику, потому что государство беспомощно. Вот вы знаете... Государство занято деньгами и побыстрей виживанням і політичною боротьбою. Да. Ви навели дуже красномовні цифри, але... Це не я, це цифри. Так, так, ви їх зачитали, озвучили. А ви вкотре звертаєтесь до лікарів, до речі, і вам хоче кожен раз відповісти людина, яка має відношення до медицини, і яка, до речі, єдина сьогодні у цій студії знаходиться в масці. Ми панікуємо? Ні. Ми не панікуємо, просто є дуже елементарні засоби для того, щоб ми мали забезпечити свою безпеку. От бачите, це не просто так. Біля мене, хожу я взагалі в респіраторі, я зараз його зняла, тому що дуже багато годин будемо сидіти. Це засоби, якими просто можна продезінфікувати себе. Є нормальна відстань, да? Бачите, я від Романа так сіла, в іншу сторону дивлюсь і дихаю, да? Для того, щоб не було таке повітря. Дійсно, є дуже багато політичних і фінансових маніпуляцій на ковіді. Але чому так багато уваги, хочу в даному випадку захистити? Тому що з багатьма заболіваннями ми знаємо, як боротися. А з ковідом сьогодні ми не знаємо, як боротися. І ще я хотіла сказати одну дуже цікаву річ. А в Одесі не було карантину. Ні разу і ні одного дня. Нігде. Ні на базарі, ні в магазинах. Тільки вопрос, знаєте, в чому? Що, допустим, в крупних точках платили крупним ворам і бандюгам, а в мелких точках на базарі платили мелким бандюгам, которые ходили и собирали деньги для того, чтобы был открыт базар. У нас торговали везде и все. У нас были открыты все заведения. Поэтому, когда речь идет об Одессе, то Одесса действительно продала все задачи, которые были поставлены по ковиду, даже сомнительные, даже плохо пропротоколированные по ковиду.
Поэтому ни единого дня не было. А когда мы подошли уже к ситуации, кто-нибудь, кто видел, да, пляжи, я их видела и в апреле, и в марте месяце. Огромное количество людей, скопление. В августе просто все друг на друге лежали. Хотя рассказывали до этого, что пляжи будут работать, и топчины будут там установлены в нужном... в определеному порядку. Ну, знаєте, це вже риторика, тому що ми побачили певний стяг цього 2 вересня. Це концерт, він такий показовий був. Давайте чути Романа, власне. Ми кажемо про те, наскільки зробили висновки і певні уроки, так, з першої такої хвилі, коли всі боялися, але не розуміли ще, чого очікувати, був дефіцит певних засобів. Зараз навіть є ці маски, хоча кажуть про те, що є певні спекуляції, але вже вони не 30 гривень коштують. Чи є певні висновки і, відповідно, якась робота над помилками. Тут вопрос к тому, хто ці висновки зробив, да? Или зробив вообще? Хто має? Самі люди? Ні, однозначно ні. Чому? Тому що от зараз, сьогодні я читав доклад Українського офісу Всемирної організації охорони здоров'я, да, і вони прогнозують не самую хорошу історію з ковідом, да? Вони прогнозують, що в декабрі можлива ситуація, що буде і 9 тисяч заболівших в день. Саме в Україні? Да, іменно в Україні. Поэтому вот это все, что произошло там на 2 сентября, на День города, это то, что происходило в Ибице и Итаке, это понятно, это уже произошло. Добре, а як розмежувати? Дивіться, у цій студії виникла така думка, що є маніпуляція, нами маніпулюють. Послушайте, міністр, я знаю всю эту историю. Почему Америка отказалась от ВОЗа? Они не влияют. У них задача, учитывая нашу продажность, наше отсутствие законов, договорники, посмотрите, все средства массовой информации Сороса гнетут панику. Мы все умираем. Вот как будто ляг, каком бы ты, чем бы ты ни болел, вплоть до, извините, гонореи, ляг и умри. Все готовят Украину, вы подумайте. Готовят не... оплатить им страховку, врачам. Не купить им защитные костюмы и это. Как мы будем заставлять покупать... на 13 миллиардов уже в бюджете поставлены вакцины. На 129. На 127 даже. Это у воюющей страны. Мы стали, вот то есть, извините, пытаются нас до конца довести Украину из-за продажности и в Киеве во многом. А берите вот поближе. Здесь власти просто сделать собачку для опытов. Понимаете что? Я считаю, что у нас, если начнется действительно... Что толку? Народ, ему не разъясняют раз, а второе, а что он может сделать? Если бы народу объяснили, что у тебя нету денег, и в Одессе тебя не положат в хорошую палату, потому что будут блатные лежать. И аппарата может не хватить, может быть, он и думал. А когда его гнетет в этом месяце электроэнергия на 80% и газ на 60%, на 48%. Ну, давайте об'єктивно жити. Нам що, всім при житті легше вмереть, чи що? От в країні. Так, є репліка від Романа, будь ласка. Я хочу сказати, що от по поводу вопросов вакцини, це ще одна большая маніпуляція і огромная государственная схема. В вашей же студии, когда вот все, что начиналось, здесь сидел уважаемый Анатолий Семенович Редер, который как человек из науки объяснил, что вероятнее всего к моменту, когда будет эта вакцина, она уже никому не нужна будет, потому что практически большая часть населения либо переболеет каким-либо образом, то бишь сейчас идет речь о людях, которые переживают эту болезнь очень-очень сложно. И мы сейчас говорим даже не о тех, кто заразился и перенес легко эту болезнь, а тех, кому нужна госпитализация, кому нужен этот аппарат ИВЛ, кислород и прочее. А если нема куди госпитализовать, и не будет уже? Это я вам скажу так, вот у нас же все время пытаются разделить ответственность, да, там губернатор, там мэр, там министр и так далее. Вот мне кажется, ковид это одна из тех проблем, которая должна была всех их объединить. Вы вспомните историю, когда они 2 недели не могли определить опорные учреждения, не могли определить, тут люди уже вот в очереди, они не могут определить. Почему? Потому что главврачи собрались и говорят, а мы не хотим.
Мы не хотим к себе ковид, мы вот отправляйте их туда. Отправили туда, где ничего нет вообще. То есть ни аппаратов, ни нормальных палат, ничего нету. В результате это отсутствие коммуникации, губернатор, мэр, министр, президент, она до сих пор отсутствует. И вроде уже ажиотаж спал, уже реально можно купить и аппараты ИВЛ, и кислороды, и все, что хочешь. В результате у нас ничего нет. У нас депутаты горсовета выделили со своего фонда деньги, их не могут освоить. Вот дивіться, будь ласка, у нас в студії, знаєте, розділилися паралельно дві думки. Одна думка, що ковід це для певних осіб, чиновників, це засіб маніпуляції, так? Коли там щось закривається, якісь певні, як Ольга зазначила, профільні медзаклади, і як ви зазначили, Євгене, можливо, під комусь треба землю, комусь щось треба побудувати. З іншого боку, ви добре зазначили, що коли ви особисто сідаєте в маршрутку і використовуєте захисні засоби, тобто медичну маску, вам люди кажуть, ну, ви що, знущаєтесь? Та навіщо? Ви не знаєте своїх конституційних прав. Так. То де ж оця межа? А ця межа, якщо дозволите, вона ж стерта самою владою місцевою. Тому що місцева влада, я вже говорила, своїм прикладом показала, що можна порушувати і постанови, і ті норми, да, і щодо соціальної дистанції і так далі. Дивіться, як в нас в сесійній залі відбувається сесія. Ми заходили останні сесії, нас ніхто не робив температурний режим, ніхто не вимірював, не було антисептика. Слухайте, друзі, ми абсолютно це хоча ми знаємо і не про один випадок ковіду у міській раді. Звичайно, і ми тоді ще не знали, а виявлялося, що вже дуже багато хто хворів, але ми заходили без масок, сиділи, тобто ми порушували самі, показували приклад людям. Скажіть, будь ласка, одесити, коли бачать щось депутати, да, мер міста дозволяє порушувати, воно по-іншому робити, вести себе? Звичайно, ні. Ольга, я хотіла напомнити всім історію, яка просто потрясла медицинський мир. Директор департаменту перед днем медицинского работника, так, зная, что одна из ее сотрудниц сдала тест на ковид и находится достаточно вне, ну, таком медицински, скажем, таким языком, не очень приглядном состоянии, да, она заставила ее прийти на массовое мероприятие. Куда пришли врачи, да, депутаты. Психиатр, вот психиатрию не В воскресенье, то есть это было в четверг и в пятницу, в воскресенье эта сотрудница была в тяжелом состоянии, госпитализированной в инфекционную больницу с ковидом. Все стали сидеть на месте. То есть перед 2 сентября, зная о массовом мероприятии, опять-таки директор департамента Якименко, где она... обозначила о том, что данные мероприятия проводить нельзя. Вона каже, казала про те, що в нас немає чиновників, понимаете? А в среде медицинской люди возмущаются, возмущаются врачи, врачи главные больниц. Но медицинские чиновники, которые сидят в мэрии, они себя ведут совершенно иначе. Почему? Потому что если нужно на день города сделать массовое мероприятие, то горздрав закроет рот и не даст ни одного предупреждения, не покажет опасности. Зато ровно через 2 недели машины скорой медицинской помощи выстроятся в ряд, и каждый прием, то есть машины ждали по 4-5 часов госпіталізації. Дивіться, в нас завтра буде міні-друга серія, ось 2 вересня, буде певний захід, кінопоказ на Потьомкінських сходах, до речі, перекривають там навіть шлях для автівок. Безумовно, можливо, прихильників німого кіно значно менше, ніж того, хто виступав 2 вересня. Тим не менш, є такий факт. А я хочу зазначити і попросити режисерів вивести, якщо це можливо, на екран зображення фотографії, яке сьогодні зробила одна з наших колег. Тобто вона проходила повз таку палатку, де була з певною символікою література і все інше. І от, якщо можна вивести на екран, є зображення запрошення на 3 число, на 3 жовтня мешканців певної території на сімейне свято. І там дуже добре розписано, як буде весело і дітям, і дорослим, і всій родині разом. Будь ласка, приходьте, збирайтеся усі в купу. Внизу довіряй ворам, Аліса. Разрешите? Хочу добавить, вот мы когда только началась эта вся история, мы действительно поступили очень ответственно. То бишь мы испугались Италии, испугались Китая, Америки. И если вспомнить времена, действительно много людей, город был пустой, сидело на карантине. Большинство заведений, может быть, вы не об этом периоде говорили, но большинство заведений были закрыты. Работали только несколько заведений, которые приближены к правоохранительным органам, к городской власти, которым закрыли.
закон не писан был, они круглосуточно работали, все было там хорошо, и там были все сходники. Но потом, когда люди посмотрели, насколько власть безответственно занимается организацией вообще, скажем так, этого вопроса на местах, люди разуверились. Почему? Потому что правильно пошли, пошли прямые примеры, как можно и что мы можем делать. Но я вам хочу сказать, надо сказать огромное большое спасибо людям, которые все-таки имеют, скажем так, понимание, что ковид это настоящая проблема, и они сидят дома только по той причине, что понимают, что наша медицина с этой проблемой не справится. Поэтому либо ты сам себя подвергаешь риску, вот та же Катя Нажевникова миллион раз писала об этом в своих постах в Фейсбуке, что вы четко должны для себя понять, либо вы выходите и заболеваете, и ни на кого не надеетесь, либо, ребята, сидите дома, і, може бути, вас ця участь... Ну, дивіться, в Україні оновили зони карантину. Хочу зазначити, що Одеська область, жоден район не потрапив до червоної зони, а Одеса лишається у жовтій, відповідно. А я хочу додати до твоєї, Аню, інформації. Буквально сьогодні побачила, що кордони більше не на замку. Україна знову пускає іноземців. Заборона діяла з 29 серпня. Офіційно через зростання кількості хворих на COVID-19. І хоча з того часу статистика кардинально не поліпшилася, з 28 вересня іноземні громадяни знову зможуть перетинати наші кордони навіть з країн червоної зони. Це той випадок, коли нам на руку, можливо, все ж таки грає, що ми не такий значний аерохаб, і до нас не так багато людей. Це неправда. Можна репліку? Опять же, читаємо цифри. Як говориться, ковід, на який всі кричать, городская власть с их договорниками ни при чем. Вы стали единственным, Одесса стала единственным курортом страны. Вместо 500 тысяч, а я умею считать, начиная с Ялты-ралли, чемпионата Европы, вместо 500 тысяч обычно у вас за этот сезон было более 4 миллионов. Только я вот не могу понять, они только землю делят. Я понимаю следующее. Когда у тебя появляется 6-8 раз больше туристов, то первое, что должен сделать мэр, усилить медицину. Потому что медицина на фоне пандемии или просто инфекции, которая всегда славилась от холеры до всего в Одессе, кроме высоких цен, если у тебя не будет нормальной медицины, то и кто-то заболеет вдали от дома, это является репером, что он больше не приедет. И в будущем надо в Одессе первое, это делать медицину серьезную. Потому что туристу, а это огромная статья дохода, и тому, кто приезжает на 7-й километр, считайте, аутлет, нужна защищенность. Но я не понимаю вот логику. Кадор или Киваны подарили больницу городу. Почему ее надо отдать частной структуре? Ее украли просто. Ее украли, ее незаконно... Нет, вот вы мне объясните, я просто не понимаю это. Я вам объясню. Как это можно отдать хорошей Евгений или плохой Николаевич, частной структуре? Я вам объясню, структуре. Потому что Плюс человек... частные структуры, я знаю, по стране не очень хотят брать ковидных больных. Вы это все как врачи знаете. Угу. Так мораль есть. Просто... Но потому что, это был совместный бизнес, только личный доход интерес, от которого получал и департамент здравоохранения, и эта частная клиника. Вот почему она стала привилегированной. Нет, у вас местная власть уже выше законов страны, которые и там не выполняются. Да, я хотел бы добавить по поводу больниц. Сейчас как раз тот период, когда городская власть тратит значительный ресурс на предвыборную кампанию, а уже было бы хорошо готовиться к эпидемии гриппа, которая сезонная, и у нас не будет много штаммов ни коек в больницах, которые принимают ковидных больных, потому что они уже переполнены. У нас не будут готовы больницы для приема больных сезонными острыми респираторными заболеваниями. И сейчас, мне кажется, самое время уделить внимание подготовке медицинских учреждений к сезону, потому что будет еще хуже, когда... Добре, коли є що готувати. Є лікарні, які можуть... Здесь, смотри, здесь еще такой нюанс, когда вот сейчас в больницу не принимают, пока там у тебя нет результата теста, да, у многих людей. Угу. Люди звонят в редакцию, жалуются. А когда будут симптомы совпадать, да, грипп, коронавирус, а тут порядок цифры другой уже будет совершенно. Нет. И что делать в такой ситуации? Что делать людям в такой ситуации? Романы. Я бы доморил. Первое, что хотел сказать, что я бы не хаял киевскую власть по поводу вот этой всей политики с коронавирусом. Почему? Потому что
Почему? Потому что сначала, вы же сказали правильно, мы все объявили карантин, все было хорошо, мы проявили дисциплинированность. А потом что началось? Началось типа популярная местная власть, да, начала... А что, потом еще Ляшко вышел и сказал о том, они, что он закрыл парки для того, Черкас, чтобы попугать людей. И пошло, поехало оцепной реакцией. Потом второе, что хотел сказать, это по поводу... Мэр для меня в идеальном случае, это ну такой лидер громады. Да? Хорошо, у нашего мэра сейчас выборы. Мы его понимаем. Так покажи класс. Выйди сейчас, да, ты не общался. Маски с эмблемой доверяй виборам. Да, пусть даже в маски з емблемою довіряй. Це вже було на концерті тоді, куди прийшли люди без взагалі масок, коли вони в них були на руках. Ти вийди сейчас. А где поліція? Пообщайся з людьми, да, скажи, от смотрите, сейчас вибори, да, ну ми, відповідальна влада, розробили план, йде надвигається вторая волна. Ми будемо делать перше, друге, третє, четверте. Спросите його, є такий план? Нету, є план тільки як нарисувати собі голоса на вибори. Вот і все. В похоронних бюро город получает. Ви знаєте, що... Не город как раз. Ну, а как раз конкретний чиновник. Щодо планів. Я декілька днів тому мала ефір з експертами з транспортної сфери, і ми розмовляли про те, що зараз відбувається в Одесі з транспортом, і назвали це таким терміном «транспортний коронавірусний колапс». Тобто ми маємо на увазі, що зараз ні для кого не секрет, на тому ж по селищі Котовського багато хто з людей буквально штурмують ті маршрутні таксі, які не зупиняються, аби не порушувати вимоги карантину. Тобто не брати якусь певну кількість людей, більшу за кількість сидячих місць і таке інше. Мерія за два дні... Погодьте, що, наприклад, трамваї, я бачила, неодноразово зупиняються, просять вийти, навіть вимагають і викликають поліцію, а поруч проїжджає повз ось ця маршрутка забита. За два дні наша мерія сказала про те, що вона надала додатковий транспорт для селища Котовського. Але і ми сьогодні бачимо, що системного рішення щодо транспорту ми не маємо. І я хочу зараз, аби ми разом подивилися відео, яке буквально вчора зняв наш оператор не на селище Котовського. От ви чули цю фразу, да, останню? Щоб ви були такі принципові там, де треба навести порядок. Це щодо твоєї репліки про трамваї. Да? З трамваїв дійсно просять вийти зайвих пасажирів, навіть літніх, а в цей момент повз проїжджають заповнені маршрутні таксі. Ну і це не закид до водіїв власне муніципального транспорту. Я хочу зауважити, вони виконують ті накази, так би мовити, які їм надають. Тому, коли ми бачимо, що камінням розбивають скло тролейбусів та трамваїв, це також не є нормою. І ось тут питання, яке на початку підіймали, що немає комунікації, немає пояснень. Людям не пояснюють, що відбувається. Вони просто бачать, як Ольга, зачинені двері цього транспорту і не знають, чому так відбувається. Романе. Мне так посчастливилось последний год поработать в областном совете в транспортной комиссии. Ну и я, когда ее возглавил, я провел ревизию, а что ж у нас есть по маршрутам, по трамваям и по троллейбусам. Вот когда господин Труханов входил в ситуацию, что он запрещает людям заходить в трамвай, он должен понимать, как он с нее будет выходить. Выходить с нее невозможно никаким другим образом, как дать возможность людям другой вид транспорта. Значит, на сегодняшний день ни один маршрут в городе, трамвайный, троллейбусный или маршрутный такси, не имеет дополнительных автомобилей, назовем так, дополнительных транспортных средств. Почему? Потому что ни один перевозчик не держит
ни одну маршрутку просто так на стоянке, чтобы она стояла. Они все работают. Более того, у нас есть один прекрасный маршрут, который когда-то недавно пиарились, вот эти низкополые большие автобусы, которые побыли на маршруте всего лишь одну неделю, а потом их сняли с городского маршрута и отдали частнику, который возит одному из известных в Одессе бизнесменов людей в торговый центр. Поэтому на сегодняшний день господин Труханов не понимает, что вот то, что происходит сейчас на остановках, это ударит непосредственно по его личному рейтингу. И если бы он чуть-чуть дальше смотрел, то он бы предусмотрел возможность, как этим людям добираться домой. Но если уже никак, если мы уже в желтой зоне, и вы такие принципиальные, как сказала женщина, ну тогда объясните людям, пустите по всем телеканалам и объясните, люди, сидите дома, потому что мы вас не можем туда доставить. А люди стоят, ждут. Все, 22:00, все маршруты перестали ездить. Что людям делать? Кроме как такси. А у кого денег нет на такси? И так далі, понимаете? Они сами создали проблему, которую не могут Романа, решить. А окрім ревізії, ви що ще зробили для того, аби цю ситуацію змінити? Ну, скажем так, такой проблемы не было. Есть другие проблемы. Например, моя личная ответственность была, у нас была схема, которая была организована центральной властью, которую вы так защищаете. Один перевозчик, очень известный в Одессе, купил 30 новых автобусов. И он приходил на конкурсы в город и в область, и одними и теми же 30 автобусами выигрывал все маршруты. Потом эти автобусы ехали в другую область, выигрывали там маршруты, а потом эти маршруты сдавались в субподряды. Розповіли ви про це правоохоронцям? Конечно, у меня на каждой моей комиссии сидит прокурор, сидит полиция, сидят все чиновники. И они это все видят. Есть реакция? Реакция есть. По ряду областных маршрутов мы заставили губернатора разорвать договора. Это к вопросу, почему мы продолжаем ездить на ржавых болтах. Что сейчас с транспортом в области? Например, если будут снова же таки обмеження, повністю обмеження, на чому будуть доставляти людей? Хотите правду? Если хотите правду, то в области вопрос решится иным образом. Никто не будет соблюдать этих мер. Людей как возили, так и будут возить. Почему? Потому что у нас в области намного больше проблем. Людям добраться в областную больницу даже с теплодара – это колоссальная проблема. И если хоть один маршрут не выйдет, там этого маршрутчика с этой машиной там и сожгут, понимаете? А в городе чуть-чуть ситуация проще, потому что он более компактный, люди более компактно проживают. И здесь просто, если вы уже не можете добавить количество, то сделайте так, чтобы эти трамваи чаще ходили. Можливий тоді карантин, якщо немає навіть можливості його запровадити, як ви кажете, просто з тим маршрутчиком щось відбудеться? Первые слова. Який буде карантин тоді? Який він взагалі можливий? Ніякого карантину не буде. Как говорит коллега, его как не было, так и не будет. Все будет так, как будет происходить на самом деле. Когда люди обижены, их не пускают, они толпятся. Они не могут заразиться. Ну, у нас же все показуха, и главное, ну вот то, что все говорят. Отсутствие правил нажить деньги. Ну, поверьте, в логистике я, честно говоря, считаю, что по официальной статистике, а я обожаю цифры, 11 место в мире по пробкам – это Одесса. Я помню, или я по преступности, или по вот 18-е. За злочинность, так. По ну, 18-е по этому. У вас никто не хочет подумать. У вас вот дербанят маршруты, и все. Я, в отличие от Львова, других городов. Вы вообще в курсе, что уже во многих городах, особенно в Харькове, вот я два слова о Харькове, вот пример. Электробусы. Угу. Электробусы, не говоря о новейших трамваях, о всем. У вас никто не пытается как-то разгрузить центр ни приказами и не штрафовать. Штрафовать можно, когда есть паркинги. У вас никто даже, у вас под 500 камер, вот уже у нас в Одессе, а поставить к ним, подключить систему, которую мы отдали правительству, умный город, которая сама считает трафики и когда работать. А зачем? Нет, будут... А кто же тогда будет собирать? А кто же будет без квитанции собирать? Если мы не поймем, что Одесса, она не только для доверяй делам и не только для договорняков, мы просто никуда не пойдем. Я хочу привести вот один пример. Мой друг Гена Керн. Не секрет, что вся одесская знать, как и киевская, так и харьковская, днепропетровская, все чуть что, насморк, погнали в Шарите или куда-то за границу. Своей медицине не верят. Вы знаете, сколько суток господину Кернесу не давали взлететь на специально оборудованном самолете, который, кстати, до этого вез этого русского политика? Не вру. Mm-hmm. То есть и Израиль отказал, и Европа долго отказывали, пока не появился самолет с капсулой.
мир становится совершенно другим. Он сравнял богатых и бедных. И вот эти вот, кто там заседают и думают, что они очередной раз всех запугают и возьмут власть в Одессе, надо понимать, что могут не пустить не только, могут и по финансам, по панамским бумагам не пустить. Об этом речь будет чуть дальше. А могут просто от того, что богатые болеют, как и бедные. Я согласен, переболеют все. Но не надо, вот поймите, впадать ни в какую крайность нет. И это понимают во всем мире. Просто то, что делаешь, что должен, и будь, что будет. Если можемо одевати маски... Євгене, чи давайте... мають бути єдині правила? Тому що коли до магазину хтось заходить, має. Один я з маски, і в стране говорю, це вот, як, знаєте, як тот попугай. Я говорю, ми нікуди не пійдемо. Кроме як вниз, в дно, если, на чому стоять всі страны, всі города успішні, на єдиних правилах для всіх. Це видумали, як в автогонках, пристегивают шестью ремнями. Это правила, написанные кровью и логикой. Одни правила для всех. А когда вот этим мы слышим каждому, можно? Ну, покажите мне город в стране, где городу построили по договору или как, и подарили, передали без денег больницу, и вместо того, чтобы сделать показательную больницу для всей страны, ведь есть же деньги, чтобы горожане поверили, отдают другой частной больнице. Там были готовы ее оборудовать даже. Это еще не все. Отдают. Были готовы, инвесторы были готовы оборудовать ее. А потом на протяжении трех лет еще из бюджета финансируют. Закупаем социальную услугу. Все услуги, которые закупаются, закупаются за счет города. В этой частной больнице. Это колоссальные миллионы. Ну вот ваш мэр, видимо, считает, что при шести а потом воруют вторую больницу. Ему все можно. Но я здесь бы хотела сделать акцент. Но это вот от вашего молчания. Это не... Да, теперь вот... Вы задаете вопрос, я хотела как бы по этому поводу сказать, почему? Возбуждены уголовные дела, то есть просто дело в том, что где они лежат и стадии их расследования. Мы проводили там митинги и пикеты. То есть нет, когда в городе есть власть, которая контролирует правоохранительные органы, то ни одно дело не сдвинется с места. Вот потому что на самом деле все вопросы, которые были связаны и с финансированием, из третьей больницы, не только ту, которую украли, которую подарили. Кардиологическую больницу, то есть которую эти все вопросы поднимали у правоохранительных органов и общественные организации, и адвокаты, которые сопровождали дело. Только вопрос в том, что оно никуда не двигается. Но сейчас я хочу сказать очень хорошую, радостную новость для одесситов, которые боролись за третью городскую клиническую больницу. Дело уголовное, которое мы начинали в 2019 году, и которое непонятно почему было прекращено, восстановлено. Поэтому уголовное дело важно, чтобы, конечно, было расследовано и дошло до суда, но сейчас важно еще сказать еще не только о медицине, а о транспорте. Я бы хотела пару слов, если позволите. Мы говорили о том, что, ну, во-первых, горэлектротранспорт, он убыточное предприятие, он дотационное, это мы все прекрасно понимаем. Но за это время мэрия готовила, ну, аферу. Это схема по внедрению Е-билета, вы знаете, через единого частного оператора, где все пассажиропотоки контролировались бы частной компанией, где маршруты контролировались частной компанией. Мы эту аферу зарубили, будем так сказать. Мы сказали, что нет, в городе должен быть единый оператор, это коммунальное учреждение. Оно должно развивать транспорт, оно должно контролировать пассажиропоток, оно должно отвечать за маршруты. И вот сейчас акцент нужно делать на то, что за 6,5 лет Труханов и его команда не сделали ничего, чтобы развивался транспорт общественный, чтобы медицина была достаточного уровня. И не надо сейчас здесь поднимать глаз к центру, что центр виновен во всем, потому что виновен мэр, его команда и люди, одесситы, которые молчали, когда закрывали кардиологическую больницу, молчали, когда Е-билет внедряли, и единицы вышли и пошли в антимонопольный комитет, заблокировав эту схему. Понимаете, вот наше молчаливое согласие, поэтому я к одесситам просто сейчас обращаюсь. Вовлекайтесь в нашу общую, пусть это все политическую жизнь, выборы. Все должны это пойти 25 числа и сделать свой сознательный, ответственный выбор. Потому что вот именно от него будет зависеть наша жизнь в будущем. Даже не в будущем, а сейчас. У нас уже нет 5 лет.
У Одессы точно нет 5 лет. Сегодня наш шанс вот это изменить. И вот этих ворюк, вот этих схемщиков, вот этих аферистов, которые все время только на схемах, на откатах, на закатах живут, понимаете, прекратите навести порядок. Потому что в хаосе удобно воровать, в хаосе удобно проводить свои схемы, выигрывать тендера только своим, закупать медицинские оборудования по колоссальным сметам и так далее. Поэтому я так, очень прошу... Давайте Роману, Роману. Ольга, вот я прошу вас, не грешите на людей, потому что люди за ту силу, которую вы сейчас представляете, в свое время отдали колоссальное количество голосов. Мы сейчас говорим о городском прощения. Совете. Ольга, о городском вас, совете Ольга, и о мэре. Я вас не перебивал. Я не говорю не о надо том, здесь обманывать. Я никого не обманываю. Люди проголосовали, как никогда раньше за историю Украины, за президента, парламент. И кабинет министров уже этот парламент, в надежде только лишь на одно, что может быть хотя бы просто какой-то парень, не политик, что-то в этой стране поменяет, проявит какую-то жесткость, и вот этих всех мелких чинуш по городам прижмет к стенке и скажет, либо тюрьма, либо вали отсюда первым же рейсом за границу. Что произошло? А ну давайте, где у нас хотя бы какие-то массовые посадки чиновников, коррупционеров? Где порядок, где реформа судебная? Я прошу прощения, Ольга. Я вас буду очень внимательно слушать, когда вы будете говорить. Я считаю, что даже вы лично, наверное, господину Зеленскому могли бы подкинуть десяток уголовных дел на городскую власть. Уже подкинули. Подкинули. Так у меня вопрос, когда, давайте. Когда мы перестанем наезжать на людей, которые все-таки пришли и проголосовали, которые дали вам полноту власти по всей вертикали, а вы ею не пользуетесь. Вы ничего не делаете для того, чтобы наказать чиновников. И вы призываете Роман, идти на местные выборы. Роман, прекратите сейчас манипулировать. На местных выборах мы ничего не решается. Говорим, все решается в много. Парламенте, президенте и в кабинете министров. Если выборы. Там жулики не и воры, то никакие людей, законы работать не будут. Людей, и тот мэр, про которого вы сейчас законы, говорите, никогда неплохие, не будет выполнять не законы Украины. Не обманывайте вы людей. Потому что вы сейчас манипулируете. Чем? Потому что есть уголовное производство, есть уголовно-процессуальный кодекс. И дела дойдут до суда, но за полтора года, вы меня извините, сразу все изменить систему, которая 30 Ольга, лет. Давайте 30 будем лет откровенны. Жила на коррупции. 30 лет жила на том, что закон был не один для всех. Он хороший парень, как вы сказали, поменять не может. Помогите Ольга, хорошему давайте, парню, а не раскачивайте ситуацию, я даже за как него вы голосовал. Это очень хорошо делаете. Я лично ну, за конечно. Него голосовал. Но давайте я вас будем поздравляю. Теперь давайте нынешний будем голосовать еще... Продолжает политику правильно. Предыдущего президента. Поэтому и ничего не меняется. Мы не видим ни одной радикальной реформы, которая бы изменила прошлые 5 лет. Не видим. Почему? У меня главный вопрос. Почему мы не видим? Просто теплая ванна на 4-м этаже. Так, давайте что-то, Роман. У меня, Роман, к вам вопрос. Вот скажите, пожалуйста, лично ваше мнение. Да? Вот Порошенко, он коррупционер? Давайте, чтобы канал не обвинили в агитации за кого или антиагитации, давайте будем прибегать к другим словам. Я считаю, что 5-й президент страны коррупционер и должен сидеть хорошо. В тюрьме. Можно? Так вот, смотрите. Но если правоохранительная так будет дальше 6-м президентом, то у меня смотрите, будет аналогичный правоохранительная система, когда сменилась власть, значит, ну, решила, да. Что надо это разобраться. Тем более, что этот вопрос назревал в обществе. Что произошло дальше? Вы посмотрите, какие митинги проплаченные в Киеве. Покупают всех, волонтеров, кого угодно. Роман, вы сейчас смеетесь над людьми? Не, ну а вы что, не видели, когда новая какие цирки возле ДБР? А министр внутренних дел остался при 5-м президенте. Скажите мне, каких вы реформ хотите, если вы даже, вы извините, вы струсили поменять министров внутренних дел? Струсили. Что вы сейчас говорите? Вы какую партию представляете? Был министром когда-то или был государственным политиком уровня? Я хочу вам объяснить и сказать, я аплодирую президенту, что ему хватает здорового смысла не менять сейчас Аваков. Конечно. Когда у нас раскачивать это под видом децентрализации мэры посчитали, что они уже свыше Яшки Косова, когда в стране идет полное невыполнение законов, когда по Одессе, или, говорят, приглашают даже вот этих полуфашистских организаций, когда у вас это, ну, такой, неудобно сказать, родина Стерненко, так вы говорите еще Авакова убрать. Ну, так начнется свадьба в Малиновке. На нем как раз, прошу это вас. Это же нужно все хаос. Держится. Единственный, кстати, в Одессе
руководитель областной полиции, ну, встал против и городской власти. И в конфликте. Где, когда? Не надо вот все мешать отдельно. Ну да, здесь все смешалось. Вам наоборот, вам нужен сюда, вот говорят, только одесская партия, вам, чтобы у вас все в договорняках. Вот проблема. Что делают в классическом менеджере? Менеджменте во всем мире. Присылают парашютиста с отмороженным видом, который говорит, сегодня будут законы такие. Как сказал Рузвельт всем олигархам. Кто не заховался, я не виноват. Все. Или договаривайтесь, так, що давайте, правила одні для всіх. З таким чином зробимо. Все ж таки, ви знаєте, я розумію, вибори, вони на носі, і ця тема болить багатьом, тому навіть будь-яка програма на будь-яку тему, вона трошки ось так йде у бік виборчої процедури. Давайте повернемося до нашої. Ми хочемо розуміти, чого очікувати людям. Чи не станеться так, що навіть якщо вони дуже захочуть 25 жовтня піти на вибори, вони це не зможуть. Можуть зробити через карантин, через певні умови, так, і обставини. Може таке статися? Ірина? Однозначно, тому що ми сьогодні бачимо, як регулюється ситуація з зонуванням. Тобто було 50% необхідно заложених коїв для того, щоб вважати зону красною. Зараз 75%. Якщо говорити о кількості госпіталізацій, то ми не отримуємо об'єктивної інформації. Вот, наприклад, сьогодні заложено значительно більше в процентному соотношенні коїв, і тим не менше зона не міняється. Тому реальна ситуація к тому, що відбувається, вернее, к тому, як її преподносять, не має нічого общого. Поэтому если в данном конкретном случае будет нужно выборы не проводить, то определенные зоны просто объявят. И статистика под это подобьется. Точно так же, как мы не имеем реальной статистики по тестам, мы ее не имеем. По одной простой причине. Потому что, во-первых, некачественные тесты. То есть основная часть Европы эти тесты забраковала и отправила. Мы на них работаем. Помните, я прививка говорил, что мы опять будем жить только за отбросах. Вторая часть по тем же самым тестам. Мы не собираем все эти статистики. У нас сегодня тестируют огромное количество лабораторий, которые получили лицензию. В Одессе это уже несколько лабораторий частных. И эти данные не сводятся и не собираются. Поэтому вот так вот будет, как по щелчку и мгновению палочки. Если власть принят решение, что выборы должны быть, значит, соответственно, будет так. Я пока стоял в пробке, пока ехал, то слушал уже начало программы, и там была реплика про то, что тестов нету бесплатных. Так вот, у меня у знакомых буквально 2 дня назад у ребенка было подозрение, и скорая отвезла его на поселке Котовского, на Крымской, в областную больницу, и там предложили бесплатный тест. Поэтому... Кому? В детской? Да, да, да. В детской больнице предложили бесплатный тест. Я знаю другой случай, что в первую неделю назад в первую больницу привезли в пятницу мужчину. Uh-huh. Его не приняла какая-то другая больница. Так он до понедельника пролежал на лавочке. У него неизвестно, ковид, не ковид. Пролежал на лавочке. Зам Труханова по медицине был в курсе. Волонтеры звонили каждый день. И только под давлением на него обратили внимание, нашли просто в 21 веке, слава богу, не в морг, положить его под крышу в больницу. Мы о чем говорим вообще? Понимаете, если бы люди не играли вот в эти бабки, в договорняки и в политику, понимая, что все равно все умрем, а играли бы простую вещь. После Супрун, вы посмотрите темпы, о чем кричит сейчас в Украине весь мир. Я получаю от Европейского еврейского конгресса, отвечаю за безопасность. У нас опять темпы роста туберкулеза. Номер один в Европе. Темпы, градиент. То есть, и причем резистентного. Резистентный – это на который нет лекарств. Или долгой. В 2 раза дороже и в 3 раза дольше. У нас, посмотрите, количество суицидов и преступлений с участием психических людей. Нас уничтожают. И кто должен быть в опоре? Не день города проводить, а сказать горожанам, послушайте, давайте, пусть там Киев с ума сходит, а у нас будет все-таки психиатрическая лечебница, потому что молотками перебьют по затылку. Вы посмотрите вообще на хронику болезни. Вот все кричат на эту слугу народа. Я не понимаю, но у нас в том году все кричали «Браво!», теперь
Саме короткая страна, а те, що от п'єдестала до гелітини. Від кохання до ненависті, ви знаєте. Вам говорять, у вас опорний центр сердечно-сосудистий. Я привел цифри, як математик. Это приговор цифри. Інфаркти і стреси. Это полномочия местного совета, да. Так сконцентрируйтесь. Это не куда бежать? И богатым, и бедным. Нет, ее закрывают. В мене є ще таке питання, яке напряму стосується пандемії COVID-19. Важко не звернути на неї увагу. Одеська влада не хоче виділяти землю під майбутню обласну ПЛР-лабораторію. Я вважаю, що багато хто не совсем присутні. Така, да. Не так. Не совсем так. Розкажіть, що це за історія? Значить, діло в тому, що місто, яке, в принципі, було виділено під обласну лабораторію, воно знаходиться на території обласної больницы Кожвена, да, и поэтому это земля областная. Поэтому я вообще не могу понять одну вещь, почему вообще городской совет поднимал этот вопрос, и почему он вообще его рассматривал и дал ему отрицательный ответ. Потому что место под лабораторию, да, оно действительно стыкуется с территорией 11-й Клингор, они находятся рядом, эти больницы, но это территория и земля области, а не город. То чому ж місто втрутилося в цю ситуацію? Здесь, если не было ранее документов землеотвода там советского периода, то эта земля принадлежит городскому совету, принадлежит. И городской совет должен выдавать дозвіл на розробку землевпорядної документації и аренду, либо там собственность уже все зависит от цели. Не могу сказать точно, поэтому но знаешь, здесь, вроде бы как здесь бы как раз не привязывайтесь к недвижимости. Если недвижимость облсовета, земля все равно в городе. И город должен дать разрешение через сессию. Поэтому здесь вот эту проблему нужно было решать не сегодня, когда у нас растет заболеваемость, да, когда у нас пандемия началась, в январе месяце уже нужно было думать об этом. Поэтому, когда мы не имеем лаборатории, вы понимаете, вот в чем проблема? Вот за все эти годы менеджер, которого мы наняли на работу, чиновники, которым мы оплачиваем, что я депутат, я не оплачиваемый депутат, я на громадских засадах, я только читаю эти программы и поражаюсь, потому что в каждой программе сидит коррупционная составляющая. Я поняла, что, оказывается, коммунальное учреждение, ни одно в городе не подписало коммунальное учреждение с Национальной службой здоровья договор, чтобы нам компенсировали затраты на лечение острого инфаркта миокарда. Вы представляете, что мы сделали с нашими людьми? У нас нет договора. Мы не можем гарантировать. А у нас стены, почему да. нет договора? Стены 26 и 56. Вот у нас тысяч. Нет договора, потому что у нас ни одна больница не соответствует. А почому она не соответствует? Потому что ей не дали такой возможности. Мне как губернатору бывшему просто дико слушать. И когда у нас была возможность... Вы знаете, сколько можем рассказать? У вас есть губернатор? У нас нет губернатора. У нас, к сожалению, ну, условно я говорю, это же не губернатор. Ну что, это губернатор? И разрешили, но я прошу прощения. Я хотела просто про больницу закончить, потому что это шокирующее, это преступление. Это преступление. И когда была возможность по специальной программе купить ангиограф за половину стоимости, это деньги, которые вообще не сравнимы ни с чем. По сравнению с тем, какие деньги потом потратились на Святую Екатерину, это больница, которая расчистили путь к бизнесу таким образом. В городе не купили ангиограф, и таким образом эту больницу просто-напросто сделали несостоятельной к оказанию медицинской помощи по острому коронарному синдрому. То есть я, например, считаю, что это реально преступление. Преступление перед теми людьми, которые сегодня живут в городе. У меня вот с лабораторией ПЦР такая аналогия вообще проводится. Еще с момента, когда туда закупали тот же Редер аппараты для ПЦР-исследований. На Старосинной? Да. Возникает такая аналогия с Делфи. То есть все там что-то делают, но ни черта не получается, потом приходит частник как бы и убирает. И такая же ситуация с этой ПЦР. Но там есть разница. Он подожди, купил за нет, свои я, деньги, я про аналогию хочу закончить. То есть вроде бы уже купили этот аппарат, лаборатория работает, а потом бац, и у нас снижается заболеваемость ковидом. А почему? Потому что у нас тупо нет тестов, и областная власть об этом молчит, и начинаешь узнавать. Но это центральной поставки не было. Не суть в этом. Суть в том, что власть замалчивает то, что нет просто средств для диагностики. То есть можно опять было привлечь, я не знаю, волонтеров, да, на какой-то период, сказать, ребят, мы не справляемся, помогите. А делать вид, что ничего не происходит, ну, я считаю, я это думаю, преступление. Я думаю, что не секрет, что такой популярной фразой стало «нема тестов, нема коронавируса». Мы бачили уже такую ситуацию. Роман, реплика.
Ну вот когда высказываются коллеги, чем мы так на центральную власть грешим, ну вот потому что все же началось именно с нее. Когда прислали губернатора Куцова, именно он стопорил вопрос определения опорных больниц. Именно это и его была проблема. То есть нам уже надо было больных ложить, а мы еще до сих пор не было распоряжения, куда мы их ложим, потому что они не определились, кто будет первая волна, или вторая, или третья. На самом деле, справедливости ради, нужно сказать, что это был... это был другого рода саботаж, да. Это была ситуация, когда каждая больница хотела сохранить свой статус лечучреждения для того, правильно, чтобы иметь доступ к больным, да, которые будут оперироваться, лечить инфаркты, инсульт. И в том числе те же самые депутаты областного совета лоббировали интересы больниц, с которыми они находятся в личных отношениях. Правильно. Поэтому тут правильно сказал Евгений Николаевич, это просто какой-то жуткий... Я вообще предаюсь. Евгений Николаевич, у меня сын крещеный Николаевич. Это действительно бесконечный город договорников. Но проблема в том, что единственная подпись, которая решала все, она была подпись губернатора. И именно он затягивал этот процесс. У него есть целый зам, у него есть целый департамент. Определили, подписали и зашли, и забыли, и пошли дальше работать. Что я хотел еще сказать? Ну вот, если идти ближе к выборам, да, выборы состоятся по одной простой причине. От нас будут скрывать увеличение заболеваемости только потому, что завтра осень, а там зима, а за зимой платежки. И поэтому сейчас никому абсолютно не выгодно, чтобы эти выборы не состоялись. И последнее, почему я грешу на власть? Почему я грешу на этих чиновников и даже уже на президента? Вы знаете, у нас есть такая возможность в Верховной Раде распустить местный совет, городской. И я не понимаю, почему вы, даже Ольга, будучи в команде президента, не скажете ему: Владимир Александрович, да вынеси ты вопрос в Верховную Раду, да распусти ты этих негодяев, потому что в каждой строчке я вижу коррупционную составляющую. Коль ты не можешь его по судам затаскать, так распусти, не сделай досрочные выборы. Слушайте, дай возможность этому городу перезагрузиться. Во-первых, А вы ждете очередные выборы? Почему не может? Нет, подождите, Ольга, сколько дней в команде? А зачем это? Вот зачем? Это ж надо проманипулировать. Вот чекайте, ми не присвячимо зараз біографії жодного спікера нашу програму. Будь ласка, ми кажемо про трошки інше. Євгене, є що сказати на тему? Та я хочу одно сказати. Понимаете, вот начинается. А это не мэр, это губернатор. Я вам вообще коротко. В Запорожской области у меня в облсовете было 5 депутатов нашей Украины, остальные из 120 регионалы и коммунисты. В нашей Украине была команда играть против меня. Но почему-то больницы строились, даже губернаторский бал проводился, и все листали деньги на 5 там патологии. Вы знаете, что такое Запорожье, инфаркты, легкие инсульты. Вы какую цель ставите? Когда цель, все говорят в стране, что Одесса — это отдельное государство договорняков, и говорят, если бы у Кернеса было 6 уголовных дел, его бы снесли давно. Но у вас же здесь ворота страны. И вместо того, чтобы эти деньги шли в городской бюджет, на то же здравоохранение, они идут, у вас самые дорогие автомобили в стране. Вы наравне с Киевом и обгоняете его. У вас самые вот эти. Вы до сих пор говорите языком 90-х. Я это испытал в том году, когда меня вместо из-под телекамер и 7-го повели на стрелку бандитскую. Я пошел. Вы поставьте, что впереди. А знаете, в чем причина? Они все правильно сделали. У вас есть хозяева, есть слуги. Как эта городская власть определила. Или какая там власть. А успех приходит и синергия в решении любой проблемы, когда к слугам не относятся как к слугам, а относятся как или к твоим гражданам, или даже в частной фирме, высококлассным рабочим, а мэр должен относиться к Одессе как к своему ЛТД. И вот тогда появляется цель, куда бежать, и что делать, и слышать людей. И не зависит, вот поверьте мне, название партии, вот оно вообще ни к чему. 3П – профессионализм, патриотизм и порядочность. А у вас другие 3 фактора – стрелки, договорняки – не хочу, не вибори. У мене таке питання, пане, скажіть, будь ласка, якщо повернутися до Одеси і до одеситів, які сьогодні, зараз мешкають в тій ситуації, в якій мешкають. От що їм робити? Іти всім на вибори. Добре, якщо доїдуть на тих маршрутках, які їх не беруть. Ну, це один день, коли ти можеш повлияти.
в демократической стране, или типа демократической, на власть. Только не повторить, извините, то, что было ровно год назад, когда лежали на диване, отвергали здравый смысл, а я на всю Одессу кричал: вы биографии читали? Ну, вы біографії читали? Знову ж таки, давайте без біографії. Нас лишається кілька хвилин, давайте будемо трошки підсумовувати. Вот это как раз и о борьбе со здравоохранением и с транспортом. Читайте біографії людей. Человек не становится другим. Читайте образование. Я вот сегодня вижу раз, два, три, четыре абсолютно профессиональных, моральных человек. Почему люди не хотят понимать, что человек другим не будет? И быстро он не перестроится. Или получить маску с гербом партии – это класс, это унижение, это рабство. Ми почули вас, дякуємо. Маємо здесь ми не раби, дуже мало граждане. Часу, тому маємо кожному гостю надати буквально по 30 секунд на останнє слово. Тож декілька реплік. Головне на сьогодні, що ви можете сказати одеситам. Олександре. Я хочу сказать, что COVID, по-моему, все-таки повлияет на выборы. То, о чем мы говорили с Романом в начале, что это будет большое поле для манипуляций, когда начнут либо искусственно занижать явку на выборах, либо какими-то иными способами влиять на избирательный процесс. И самое главное, сейчас уже и одесситы, и городские власти, да и областные должны готовиться к эпидемии ОРВИ сезонной. Евгена, буквально две реплики. Я знаю, Бог живет не в церкви. Он тихо селится в душе. И вот то, о чем мы говорили, способ, я критический менеджер. Я могу сказать одно, вот сейчас одесситы должны думать. Вот это, что сейчас, это только начало. После этого будут неочередные парламентские и так далее, поехали. Страна без денег, страна на пороге огромных вызовов. И от того, что вы хотя бы свою семью и большую семью под названием «Город» защитите своим выбором и здравым смыслом, это ваш путь к выживанию и к тому, что кроме песен люди не захотят уезжать из Одессы. Дякую, Ольга. Я хочу, чтобы каждый одессит сегодня сделал для себя, знаете, как правило, беречь себя, свою семью, придерживаться всех правил, дистанционных, маски, антисептик. Я вас очень прошу, вы защищаетесь в первую очередь себя, в первую очередь свою семью. И каждый одессит сейчас должен помнить, что в нашем объединении, в нашей консолидации сил, которые мы должны направить на общее благо, развитие нашего города зависит очень многое. Поэтому терпение друг другу, к мнению друг друга, цените друг друга, объединяйтесь и помните, что наша рука помощи всегда с вами. Романы. Я вот две маленьких реплики. Первая по поводу Романа. Мне кажется, что вы будете грешить, что будут выборы, что не будут. Если их не будет, то демократии нету. Если ее не будут, то скрыли количество больных. По поводу одесситов, то я хочу обратиться и сказать, что в первую очередь за свое здоровье, за здоровье семьи вы ответственны сами. И не нужно в этом вопросе рассчитывать на чиновников, на партии, депутатов и так дальше. Это вопрос с коронавирусом, это в первую очередь вопрос самоответственности. Дякую, Ирина. Я хочу вам сказать со всей ответственностью, что у нас сегодня нет министра здравоохранения, у нас сегодня нет главы департамента здравоохранения в городе. И наши врачи, которые сегодня находятся, очень много заболевших под большой нагрузкой, они действительно могут выйти тоже из строя. Поэтому, пожалуйста, берегите себя. Те меры, которые необходимо предпринять для того, чтобы вы были здоровы, чтобы вы разгрузили уже надрывающиеся лечебные учреждения, они абсолютно в ваших руках. Будьте здоровы, берегитесь. Дякуємо, Романе. Я хочу поддержать коллегу, сказать, что уже, в принципе, определены, какими будут результаты выборов. Уже не одну социологию видели, и каждый здесь сидящий знает свои результаты. И анализируя это, можно констатировать тот факт, что в нашем городе ничего не поменяется. Соответственно, я прошу одесситов
беречь свое здоровье. Это самое главное. Выборов у нас в стране будет еще очень много, а проходимцев еще больше. Поэтому думайте о себе, берегите семью, закаляйтесь, купайтесь в море и берегите себя, потому что надеяться на что-то от кого-то – это гиблое дело. Дякуємо вам за вашу думку і ще дізнаємося думку наших глядачів. Нагадаю, на початку нашого ток-шоу ми ставили вам таке питання. Ситуація з COVID-19 в Одесі не змінилася. 43% відчутно погіршилась, 57%. Ну і ви знаєте, наостанок дійсно хочеться підсумувати, сказати, що єдине, що нам зараз конче необхідно, це здоров'я кожного з нас, тому що навіть зробити свій вибір 25 жовтня потрібно ще мати ось це саме здоров'я, аби туди дійти, доїхати, то, що будемо дивитися, як буде розвиватися події, тому що я дуже добре пам'ятаю ось ці ефіри ще більше, ніж півроку тому, коли ми збиралися у цих студіях, чимало часу присвячували і навіть марафони цій темі, і тоді трошки інакше люди ставилися до цієї проблеми, вони якось більше опікувалися своїм здоров'ям, і ніхто навіть уявити не міг, що ось так можна просто провести концерт з великою кількістю людей і потім бачити результати, власне, біля лікарень. Тож, бережіть себе, будьте здоровими. Для вас працювала Анна Полякова та Наталія Костенко. Побачимось!